нас сегодня гости вселенского масштаба, хотя бы потому, что им еще надо было с так называемого места силы с Алтая собраться и приехать. Тотош в гостях у программы «Культурный код Югры». Здравствуйте. Здравствуйте. Константин, Добрыня, Павел и, на секундочку, вместе с ними Вера Кондратьева. Привет. 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 Тотош — это коллектив, который, я не знаю, из каких человек он состоит. Этническая музыка и интерес к ней, в общем, интерес к этнической музыке на подъеме. Сейчас интерес к этнической музыке настолько велик, что создаются даже какие-то школы, правильно? Да, я не ошибаюсь. Да, да. Вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Ну, во-первых, я думаю, что интерес к этому проявляется, потому что настало такое время, идти к своим корням, время слушать себя, вот, и этническая музыка, она непосредственно влияет на то состояние, как бы, пребывания, то есть здесь, да, на состояние окружающих людей, вот, и я думаю, что это должно быть, именно в каждом, допустим, регионе, чтобы были вот такие вот музыкальные школы, где наши бы дети могли приобщаться, то есть, к своим корням, неважно, какой они национальности, но они должны, по крайней мере, ну, хотя бы играть на каких-то маленьких инструментах, допустим, там, в органе, там, или что, на чем-нибудь. Вот это действительно пробуждает народ, потому что если жив фольклор, жива народная музыка, тогда, ну, будет жив народ. Культуры же абсолютно разные. Как так получается, что вы... Наверное, Вера, наверное, ответит на этот вопрос, да? Здесь, несмотря на то, что культуры разные, музыка — это объединяющий язык всех народов. Ну, универсальный, скажем так. И, конечно же, народная музыка, как уже Добрыня ранее говорил, это корни, которые есть у каждого народа. Они свои, но они едины, потому что это все природа. Мы живем в согласии с природой, и иначе невозможно, потому что иначе все, всем кирдык. Горы, 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 храм. Горы, 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 храм. Горы, 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 храм. Ом, горы, 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 храм. Чилим прямо наверху с братьями по духу. Вольный ветер пропоет арию на ух. Вольный беркут пропарит, да несет синдей. Как же девственен Алтай и прекрасней всех. Там исток аржан душу исцелит. На одежде мгновений счастье ощутишь. Растворюсь в гармонии и пущу слезу. Приоткрытый занавес к чуду своему. Горы, 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 храм. Где солнце родилось, как вечный звездный путь во вселенную унес. В горах застыло время, туман густой накрыл, и словно очищение снег припорошил. А где-то далеко война миров идет, делит человечество да пожирный кусок. А мы заварим чай с душистым чабрецом и в окружении Бога кружечку распьем. Горы, 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 храм. Горы, 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 храм. Горы, 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 храм.